Все победили призеры в белом кимоно. Синим кимоно. Галаминова Наталья Сергеевна, 1995 года рождения. Поволжье, Республика Мариэл, Волжский район, село Поларо. Я буду с вами работать, ты что? Дзюдо занимается 2004 года. Лучший результат первенства Приволжского федерального округа, первое место. Тренер Емельянов Сергей Данилович. В белом кимоно Аякина Татьяна Александровна, 1995 года рождения. Центрально-федеральный округ, Московская область, город Электроугли. Дзюдо занимается с 2003 года. Лучший результат. Турнир юность России, первое место. Тренер Моторыкин Борис Николаевич. Победила Галамитова Наталья, Приволжский федеральный округ Чувашия, и стала победителем.